Я всегда праздную с семьей. Это как бы считаю, что семейный праздник. Дома, в семье, ну потом на елочку, естественно, как бы пойдем. Семейное празднование, да, да, так сказать, застолье, кушать. Все да, как обычно. А потом на елку с детьми, конечно, естественно. У нас уже не получается праздновать как положено. Уже все. Ушло то время, когда мы праздновали, гуляли, отмечали все дни рождения, все праздники. А теперь все, болеем, денег не хватает, все лекарства, лекарства, лекарства. Книги малышам развивающие, а по старше уже детям, уже у них как свои есть предпочтения, уже будем исполнять их желания. По... Дочке куклу, ролики хотела, купила, сыну колонку.